Я поехал! Я полетел! Куда я лечу? Где ты вообще? В другую сторону. Чувак, я... В другую сторону. Чего? А я не могу удалить небоскреб. Забей пока. А, подожди, это ты у нас свой этот поставил. Что? Нет. Ну вот смотри, вон мой, мой рядом стоит. Это третий подъемник. Чего? Опять? А это чей подъемник, скажи? Кстати, хороший скворечник. Вот этот скворечник. Вот это я понимаю скворечник. Ну так... Слайд-шоу, блин. Да. Ты герой, знаю. На тебе картошку в качестве награды. Тут 4 подъемника. А какой из них мой? О, 5-й! Че за прикол? Смотри, короче, я вот здесь ставлю подъемник, а поднимается вон тот подъемник. Ну что, готов? Абсолютно. Быть новым Гагарином. Луна где-то там впереди, мы должны ее достичь. Давай. 3, 2... 1! А я уж думал, не сработал, а... Сработал. Ты жирный! Из-за тебя не улетели! Говорил, у тебя не есть те булочки на обед, а ты... Отстань! Я защищаться буду. Чем? Бочками, огнеопасными? Ты умный! Ты жирный, так еще и тупой! Конечно. Короче, я занялся грузоперевозками. Вот люди переезжают в квартиру, говорят, хотят переехать на стену. Садись на унитаз, я тебя довезу до этой стены. За 100 рублей, да? За 100, не, за бы 100. Я тебе отзыв в такси оставлю, в Яндекс.Такси, если ты все хорошо сделаешь. Так, поехали. Ты меня чуть шлагбаумом по голове не стукнул сейчас. Это минус звезда, да? Да, минус звезда. Блин. Слушай, меня тошнит сейчас, я блевать начну, это еще минус звезда. Ну извиняюсь, сейчас вы мне дадите... А еще ты везешь меня не туда, еще раз минус звезда. Нет, я везу тебя как раз туда, куда надо. И ты забыл всю мою остальную семью, где еще минус звезда. А еще ты трахаешь забор, еще минус звезда. Ты по стене ездишь, еще минус звезда. Уже минус одна звезда, у тебя всего рейтинг. Ой. Колеса у тебя отваливаются практически, еще минус звезда. Да мы поехали, все нормально. Куда мы поехали? Ты Урал, который по стене катает, причем который не видно. Мы сейчас приедем. Смотри. Куда мы приедем? В рай? Я уже в облаках в раю, походу, на Урале. Нет, еще не рай. Больше похоже на ад, конечно, но... Одну секундочку. Че за прикол? Одну секундочку, подожди. Чуть-чуть совсем. Главное доехать, осторожно доехать. О, мы доехали вроде как. Во, нормально. Меня в унитаз жопу всосало. Вакуум. Я не падаю, чувак. Это крепкое соединение. Какие авиалинии наши? Хорошие вообще на Урале. Вот, мы можем остановиться даже в воздухе. Привык уже, знаешь, вот русскими авиалиниями пользоваться. Не могу отказаться. И Урал мне норм, как самолет. Ну так вот, видишь, даже ездит. Пилот, правда, странный. Женщина. Как бы полоса приземления в другом месте-то. Ой, да пофиг. Ты не туда приземляешься. Мы в аэропорту. Отлично. Авиалинии Дуда. Заказывайте. Вот тебе и рекламная интеграция. Сколько ты мне заплатишь? Я... Уралом. Ну нафиг, мне не нравится ваш Урал. Я поехал. Ты не поехал, ты полетел. О. Приземлился, блин. Давай, садись. Можешь в ванну садиться, можешь в унитаз садиться. Куда хочешь, можешь садиться. Куда хочу. Так, куда хочешь, куда можешь хочу. Садиться. Вообще, да. Во, хорошо сели, слушай, давай только это за прайс передавай. Сейчас. Во. Я слышал, как ты передал.
Ну зачем? Ну ладно, хорошо. Сегодня будем принимать за проезд бочками с тротилом. Короче, смотри, авиалинии глюка работают как? Мы, короче, разгоняемся. На чем угодно разгоняемся. Разгоняемся. Едем до конца взлетной полосы. А потом резко такие. Резко взлетаем! Ну, иногда это получается, иногда не очень! Вот, я улетел, авиалинии глюка! Иха! Короче, слушай, не очень хорошо взлетели в прошлый раз. Сейчас, короче, смотри, я вижу, я крылья разложил. Почему сейчас... у тебя капот дергается? Это нормально, это особая специфика наших машин. Видишь, а у меня даже что? Фонар в другую сторону светит, в левую почему-то, в правую. Что с колесами, брат? А это тоже, это тюнинг. Тюнинг называется. Его тюнишь, и он тюнинг, короче. Получается, что колеса видится не надо. Вот так вот! Вот! Авиалиния глюка! Вперед! В Лос-Анджелес становиться киноактерами великими! Етицкая сила! Я, может, пойду отсюда? Не надо, суши, да? Мы здесь сейчас фильм снимать будем. О! Правые перевозки. Стена хорошая, да. Обязательно задом, я понял. Да, обязательно задом. И смотри, на колеса. Вот это классный Урал. Вот это я понимаю. Это было красиво. Правда, у него глаза так расходятся, ну, в смысле фары. Мы будем сделать здесь катапульта. Большой мужской катапульта. Вот, чтобы мой катапульта стоял, нужно здесь катапульта построить. Итак, подведем итог твоей постройки. Во-первых, у него 3 яйца. Одно из которых посередине, это странно. А во-вторых, что-то с ним не так. Он что, чем-то болеет? Наверное. Ты сдавайся. Женщина чем-то его наградила. Ничем. Ну-ну. Ладно. Катапульта. Где? Ну что, коллега? Я наблюдаю за этим. Давай, запускай. 3-2 раз. Что? Ну, оно работает. Что, блин? Оно работает. Подожди, давай еще разочек, а? Оно почти получилось. Если бы оно еще отцепилось, бы вообще было бы топово, конечно. Ну да. Кошмар какой. На самом деле это благодаря трастерам, которые присоединены были. Да я понял уже. Ух, отпустило. Во, давай, 24 кадра, хорошо. Подожди, как бы сделать так, чтобы оно цеплялось? У меня есть идея, как можно сделать так, чтобы оно цеплялось. Берем взрывчатку. Блин, это рабочий вариант, кстати. Ну ты надо засейвить тогда всю эту хрень, она сейчас взорвется как-то не так и все. Ну хорошо, хочешь цепи за сейви, только там надо будет потерпеть чуть-чуть с кадрами. Ну потерпим, а чё? Подожди, пока не сейви. Чё, можно? Вот теперь сейви. Рабочий вариант со взрывчаткой. Эпичное соединение, как это говорится. Угу. Так. Теперь-то надо приварить к земле. И иначе оно улетит все вместе. Так, вот так вот. Берем, ставим подъемник куда-то сюда. Понял. Во. Ты что, приварил уже? Да. Ну ладно. 3, 2, 1. Вперед! Ой. Ну. Не задалось как-то. Вообще не задалось нифига. Что это за говно было? Считай, что мы запустили. 3, 2, 1. Получилось! Это было эпично!
Недалеко. Блин, ну слушай, классная катапульта-то вышла, а? Хорошая, да, хорошая. Уё, надо чё быстрее запускать, уже? А то чё? Я... Так, я запускаю. Давай. 3-2 раз. Йоу, вот это эпик! Это блин, это было просто суперски. Такой взрывяра был. А что если отварить? Вау! Плохая идея. Плохая? Плохая. Очень плохая. Катапульта! Дуда и глюка! Ей! Прощай! Мы будем помнить тебя вечно. 3-2 раз. Ну такой. Все-таки твой персонаж действительно жирнее моего, походу. Ну ты жопа. Вау! Блин. Опять, да? Оооо! Это же бальные танцы! Что это? Что я себе нашел? Всегда так в аэропорту езжу. В смысле? Иди нафиг. Иди нафиг. Аэропорт! Во Внуково, веселуха! Еха! Ты же хотел ездить по стенам, вот езди. Отлично, прекрасно. Я больше похож на муху, которая долбится в стекло, по-моему. Чё ты там ещё нацепил? У меня, по-моему, часть колес пролезла сквозь стекло. Вот так! Ванночка! Моя милая ванночка, просто хотел теплый душ принять! Перед полетом! И урон на потолке исчез. Вау! Подожди, я же таможню не прошел еще! Меня же арестуют! Серьезно! Я так. Чё? Романтика. Слишком бурный секс в аэропорту. Очень бурный, просто невозможно бурный. Потом перерывчик и да, хочу быстрее. Еще, еще. Хорошо вышло, веревочка. Мне нравится. Давай, врубай какой-нибудь трастер и полетели, или поехали. На стенку, давай. Я сейчас тоже научусь ездить по стенке, ребята. Счастье-то какое. О, я тебя обогнал. Я первый. На, получи. Я поехал. Слушай, что такое? Шедевр. 15 кадров в секунду, но я лечу. Ну это шедевр. Я лечу или еду, я пока не понял. Окей, давай. Я готов. Я поехал. Я полетел. Куда я лечу? Где ты вообще? В другую сторону. Чувак, в другую сторону. Чего? Слушай, это сумасшедшие скорости-то, ну. Давай приземлимся. Давай приземлимся. Я вообще на лифте сейчас стою, если что. На лифте? У меня все двигатели. Нет. У меня все двигатели выключены сейчас. В смысле выключены? Как это? Я стою на месте. Я под землей. Кажется, оно немного, да. Да пофигу. Давай, запускай. Я на самых турбодвижках сейчас буду это. Ну давай. Конечно, уже. Да. Иха. 15 кадров в секунду, насрать. Где ты находишься вообще? Я возле взлетной полосы, где-то летаю в воздухе. Раз, два. Ты угораешь? Нет. Ты угораешь, нас унесет сейчас. У меня сейчас уже 11 кадров в секунду. Это все присоединить на однер. Серьезно? Я еще не стартанул. Я скворечник. Уже нет. Что происходит?
Я не знаю, это не смотрибельно вообще ни разу. Сакура! Сакура! Я под землю залез. Я поехал. Я уехал! Привет. Привет. Это адовая штука. Чтобы ты понимал, я нажимаю всего лишь единичку. Все, можно ехать. Ох, ё, ты серьезно? Ну ладно, давай. Ты с ума сошел, что ли? Что это? Чувак, меня фризит. Ну-ка, выруби, выруби эту фигню. Я вырубил. Вот я чуть-чуть крутану, и оно уже такое ба и подвисает. Жесть. Это фейл. Мы спутник. Не долби ты мою машину. Ты подписаться должен на глюка. Ты подпишись, если ты не злюка. Подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу. Будешь ты круче любого утконоса. Бара 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 бам.